Приветствуем вас во второй части нашего прямого эфира. Добрый вечер, уважаемые клиенты. Добро пожаловать на прямой эфир. Прямые эфиры мы ведем во многих социальных сетях. Это в Инстаграме две странички Darkman Fashion и Darkman Fashion. Также в Ютубе, ВКонтакте, в Одноклассники, ТикТок и Фейсбук. Все видео сохраняются в хорошем качестве. Кто не может сейчас просмотреть, может и попозже посмотреть. И оттуда делать скрины и отправлять на заказы. И мы тоже с вами поздороваемся, девчонки. Всех приветствуем на показе от компании Darkman на канале Darkman Fashion. Сегодня наша команда, все с удовольствием работают для вас и показываем вам очень красивые модели от Darkman. Не забывайте делать заказы и, главное, будьте с нами до конца, ведь вас ожидает много интересного. Спасибо, Наталья. И мы начинаем эфир. Поехали. И наша первая модель – Джерена. Рост 1,70 м, объем груди 113, талия 93 и бедра 124 см. В этот эфир мы начинаем вот таких вот красивых, сочных сарафанов. Наша следующая модель – Марина. Рост 1,60 м, объем груди 104, талия 88 и бедра 117 см. Сарафан у нас трикотажный, лямочки у нас идут на резинке, это очень хорошо будет сидеть. Наша следующая модель. Валерия, рост 1,77 м, объем груди 107, талия 87 и бедра 117 см. На груди у нас вот такой накладной карманчик с бейджиком, очень красиво украсил модельечку. Также вот такие вот накаты букв придали красивый вид этой модели. Наша следующая модель. Елена, рост 1,76 м, объем груди 95, талия 72 и бедра 104 см. Боковые карманы, трикотаж, вискоза, хлопок, эластан, мягкое, приятное качество. И наша модель Зейнап, рост 1,85 м, объем груди 123, талия 105 и бедра 133 см. Видели, какие сочные, красивые расцветочки, получили, есть в наличии, делаем скрины и заказываем. Очень идеально, легкое, удобное сарафан. Мы находимся в городе Стамбуле. Ведем свои прямые эфиры из магазина Darkman. И представляем вам новинки, которые получили сегодня в течение дня на наших моделях. Смотрите, какой шикарный образ. Это у нас платье. Длина у нас максимум. Подчеркнет изящество вашей фигуры, придаст настроение. Такой романтичный, воздушный образ. Сочетание вертикальной и горизонтальной полосочки придало красивый вид этой модели. Это у нас сарафан, есть у нас на груди карман с бейджиком, придал красивый вид. Боковые карманы, подол сделан, видите, в стиле боха. Качество штапель вискоза, мягкое, приятное качество. И нежная сжаточка украсила эту модель. Серия единичка, двойка, две штучки в серии. У нас огромный выбор, шикарный ассортимент сарафанов. И это один из них. Лямки у нас регулируются. Удобный нагрудный карман. Есть декор в виде карманчиков. И на вид ткань, как будто мокрый шелк. На самом деле это у нас штапель ткань. В серии две штучки. И у модели есть расцветки. Также есть красивый, сейчас тоже очень модный цвет, цвет хаки. Вот такой накладной карман с висячей внизу с карманами. Придало очень красивый вид. Лямочка у нас регулируется. На ткани есть такая нежная сжаточка. Здесь у нас штапель вискоза, щелковистая ткань. Очень приятная, мягкая ткань. Изделия две штучки в серии, единичка, двойка. Уважаемые клиенты, так как поступление товара в наши магазины происходит в течение дня, в вечерних эфирах мы стараемся показать поступление новинок и повторов. Кто подписан на наш канал, всегда в курсе всех событий. И представляем такой сочный, красивый сарафан. Яркие цвета украсили эту модель. Тоненькое, легкое качество у нас катона, хлопка. Подол украшен вот такими лампасами. Изделие две штучки в серии, единичка, двойка. Красивущий, величайший сарафан. Посмотрите, как у него отделка идет по плечам. Девочки, очень-очень легкий. На лето то, что надо. Сейчас за мной я вам скажу такую маленькую подсказочку. Будут еще красивые модели. Наталья, спасибо. Так как лето, весна, все впереди. И
удобный, легкий, красивый сарафан. Кто не любит носить сарафан? Многие женщины любят. Здесь у нас сочетание мелко-крупной полоски, два накладных кармана очень красиво сделаны, бока украшены лампасом черного-белого цвета. На подоле есть утяжечка, его затянув, можно придать необычную форму подола. Еще ничего не известно, как мы работаем в четверг по планам, все без изменений. Также у модели у нас меняется вставочка, есть карманчик у нас здесь красный и вот такая верхняя часть. Это у нас трикотаж, одна лямочка у нас идет, смотрите, на резинке. Качество изделия тоненькое, мягкое, приятное, штапель, вискоза. Возможно. А этот цвет у нас, смотрите, какой контраст выступает. Малиновый цвет. Такой же декор есть и на кармане. Ну, а полоска всегда актуальна в любое время года, в любой сезон. Как и горох. Смотрите, какое изящное, красивое, сочное платье. Какие цвета подобраны. Очень красиво сделано на плечике. Здесь у нас поцелуйчики. Рукавчик в виде фонарика. Тоненькое, легкое, мягкое, приятное качество. И сама расцветка украсила эту модель. Изысканный наряд. Подойдет на любой случай жизни. Смотрите, какая красота. Красивый образ. Очень удобная вещь. В серии всего лишь две штуки. И очень-очень много расцветок. Шапка, шляпа. Входит в комплект. Здесь у этого сарафана идет двойная ткань, сверху идет тоненький такой необычный шифон, а снизу у нас идет подкладочка, шита вместе с ней, мягкая, приятная, из хлопка. Нежная жаточка украсила эту сарафан, передний нахлёст придал очень красивый вид. Вот смотрите, разодлинный получился у нас. Наша компания создает стильную, модную одежду. Для модных, красивых и стильных дам. Наталья, желтый цвет ваш. Да, я вообще все расцветки люблю в этой модели. Они мне очень нравятся. Мне нравится, что комплект идет со шляпкой. Вы многие видели фотографии, мы уже повыставляли, где мы в них. Девочки, модель, сказка. А скоро я вам скажу маленькую подсказочку. Мы уезжаем на море, где я с удовольствием сниму данную модель. Я ее оставила себе лично. Но в каком цвете, увидите скоро. Следите за аккаунтом Натальи. Наталья, спасибо. И увидите, какой сарафан она оставила себе. На здоровье. Нарядный, красивый вот такой вот платье. Здесь у нас, смотрите, идет резиночка, воротник. Можно с ним пофантазировать, приоткрыв, закрыв. Здесь у нас идет нежная, тоненькая органза. С вот таким вот необычным гипюром украсила эту модель. Снизу у нас идет подкладочка из натуральной ткани, трикотаж, вискоза. Боковые карманы. Модель идет трапеция. Модель просто великолепия красоты природы. Легкая, удобная и такой красивый белый цвет. Это у нас комплект, в который входит сумка своя. Идеальное сочетание. Смотрите, какой интересный крой у этого платья. Воздушная ткань, цельнокроенный рукав. Очень красивый рисунок по ткани. Это у нас нашивка. Многие женщины любят носить такой стиль, вот такой образ. Платье с сумочкой. Здесь, смотрите, очень красиво сделано рисунки в стиле поп-арт. Удобная сумка. Качество здесь у нас и штапель вискоза. Также модель имеет свой пояс, тоже под цвет сумки. Можно подчеркнуть свою талию, можно носиться в свободном стиле. Смотрите, какой хороший размер. Легкая, удобная на лето. Яркие, летние расцветки. Это имитация у нас двоечки. Собрано две ткани, рубашечный воротник. Удобные паты на рукавах, рукав точной. Удобные боковые карманы, колени прикрыты. И в модели очень много ярких расцветок. Одна красивее другой. Яркие, сочные, кислотно-фосфорные расцветки. Также есть у нас моделечка.
красное, белое и черное сочетание. Белая часть, это у нас идет картон-хлопок мягкий, приятный. Остальная часть у нас тоненький трикотаж, вискоза с хлопком, с эластаном, мягкая, приятная ткань. Как заметили, сбоку у нас разрезы и перед, и зад со спинки сделано полукругом. Придали очень красивый вид этой модели. Нашу продукцию можно приобрести только в наших магазинах. У нас их 4. 2 находятся в Лалале, 1 в Османбее и 1 онлайн-магазин www.darkmanshop.com. Также есть у нас черная расцветочка, одна из самых ярких цветов. Ну, конечно, черно-белое сочетание всегда красиво смотрится тоже. Изделия у нас 2 штучки в серии, единичка, двойка. И не менее яркий оливковый цвет. Красивые стильные вещи вы найдете в нашем магазине. Для более удобного и полного ассортимента вы создали телеграм-канал. Там вы найдете полный каталог нашей продукции. По этажам, на каждом этаже совершенно разная продукция. А на нашей модели очень красивое платье. Смотрите, какой ворот, какие кармашки, какой рукав. Понизу у нас идет лампас, поэтому можно одевать вот спортивную обувь, даже под кеды, и образ будет меняться. А в этой модельке вот абстракционные у нас вот такие вот горохи черно-белого цвета украсили эту модель. Накладной карманчик, но необычный, сделан вот таким круглым вариантом, украшен замком. По бокам у нас разрезы украшены вот такими лампасами. У нас паты на рукавах, вточенный рукав. Качество изделия здесь у нас тоненькое, мягкое, приятное. Катон, хлопок, эластан. Сочетание здесь 2 тканей. Верхняя часть у нас катон, хлопок, эластан. Нижняя вот такой из хлопочек белого цвета. Украсил подол. Сделан в виде бочонка. С одной стороны, видите, защипы. Получилось стиль боха у нас. Также пату на рукава. И вот такие вот горохи украсили у нас спереди. Изделия 2 штучки в серии, единичка, двойка. Фирма Dark занимается производством женской одежды больших размеров более 40 лет. Ведущим направлением нашей работы является производство одежды для полных женщин. Мы считаем, что пышная современная женщина следит за тенденциями моды, но в первую очередь ценит удобство, практичность и качество. Все это вы найдете в нашей продукции. У нас отличное качество, проверенные лекала. Над моделями трудится более 25 модельеров. А также от компании Darkman огромное спасибо, уважаемые клиенты, за звонки, за смски, за комментарии. Нам тоже очень приятно, что наша продукция нравится вам и вашим клиентам. Будем стараться. Также еще раз скажу огромное спасибо, кто звонил, заказывал товар, кто сам приехал. Мы желаем вам, дай Бог, здоровья и дай Бог удачной торговли. Это очень красивое платье с красивым принтом из цветов по ткани, поцелуйчики на плечах. Ткань воздушная, скроет все недостатки, подчеркнет достоинство вашей фигуры. У модели есть не менее яркие расцветки. Все и всего лишь 3 штуки. Вторая расцветочка, здесь у нас нежный леопард, украшен оранжевыми, желтыми, красными цветами, придали красивый вид этой модельке. Боковые карманы, на подоле есть защип, защипы по бокам придали красивый подол вниз. Трикотаж, вискоза, эластан, такое изделие, сидя на женщине, в одетом виде она скрывает все недостатки у женщины. Изысканная платье, пауск, смотрите, морская тематика, скоро отдых, море. И это у нас свой пояс, который можно надеть как повязку на голову, обыграть контрастным цветом, и будете очень-очень яркой дамой. Красивое изящное платье, вертикальная полоска. Смотрите, как красиво сделан мысик, сочетание черно-белой красной полоски. Мысик не глубокий. Сочетание расцветок на мысике и на рукаве придал красивый вид. А на подоле, смотрите, есть у нас кнопочки красного цвета. Также у нас есть боковые карманы. Приятное мягкое качество штапеля вискозы, легкое.
приятное качество. Наша продукция сидит на каждой даме индивидуально и способна подчеркнуть лично ваши достоинства. Очень удобная длина рукава. Здесь рукав точной, очень красиво сделан мысик, отстрочка на карманах и длина до середины щиколотки. Миди-длина очень изысканная, подчеркивает лодыжки обладательницы. Яркая, сочная. Красивые расцветки, прямо запах цветов весны и лета. Легкое, удобное, приятное качество. Здесь у нас идет такой поплин. Здесь у нас объемный капюшон. Также есть у нас пуговички на планочке. И вы смотрели на невысокой девушке. А это теперь у нас на высокой девушке смотрится эта же модель. И совершенно по-разному она у нас сидит. Смотрите, как у нас украшены подол и рукава, красиво украшенные такой ниткой, тоненькой-тоненькой, и делает контраст. Горох всегда в моде, вот такое вот интересное красивое платье, сочетание черного-белого гороха украсило эту модель. Здесь, во-первых, скажу, очень красиво сделан рукав в виде колокольчика, но он украшен вот таким красивым вставочками гипюра. Очень красиво подобран узор гипюра, который придал вид красивый. Также у нас две рюшечки внизу, такие вот, украшены этим. Штапель вискоза, легкое, приятное качество изделия. А следующая модель, это у нас двоечка. Красивая болеро, жакет и сарафан. Так, накидкой здесь можно фантазировать, удобные паты на рукавах. Смотрите, на каких широких таких резинках, как у паты на рукавах, сделан сам сарафан. Очень красивый образ получается. А кто любит вот такие вот стильные, необычные одежду, здесь вам представим вот такую вот модель платья. Очень интересная задумка сделана. Вот такой вот интересный портупейчик из катона хлопка, из джинсы тенсела тоненькая. Само платье идет трикотаж вискоза, стильная, красивая модель. А здесь у нас комплект. Верхний жакет у нас сделан на основе вискозной нитки, поэтому он такой блестящий и очень красивый. Рукав спущенный, смотрите. Три четверти, удобный объемный капюшон. Красивые перламутровые большие пуговицы. Он типа размером как горох на сарафане. Очень рубашечный воротник. Удобная резиночка по бокам. Кстати, очень красиво по груди. Во-первых, скажу, это платье очень красиво подобрана расцветка, сочетание мелкого вот такого леопарда и сочных красивых оранжевых, желто-красных цветов. Здесь у нас боковые карманы. На одном рукавчике у нас вот такой вот разрезик украсил. Подол очень красиво сделан, вот такой лампасик спереди и со спинки. Сочетается очень красиво с воротником. У модели есть много расцветок. Смотрите, как здесь абстракционные цвета. Очень красиво смотрится. Рукав у нас здесь цельнокройный. Качество изделия вискоза трикотаж с эластаном. Мягкое, приятное качество. Представляем опять же вам платье. Вот такой вот средний горох. Здесь у нас полные рабочие пуговички. Очень красиво сделан воротник, сейчас очень модный такой стиль воротника. Он украшен вот такой вставочкой из гипюра. Подобран красивый узор гипюр, придал красивый вид этой модели. Также у модели есть по бокам резиночки, можно носить с ремешком, можно без ремешка, подчеркнуть свою талию. Также боковые карманы, качество изделия, здесь у нас штапель без скоза. Удобное. Элегантное платье, а контрастный цвет красного цвета добавляет экстравагантности этому образу. Красные рюшечки у нас двухслойные, ткань жатка. Все и всего лишь две штучки, единичка и двоечка. На моделях одет первый размер. Сочетание яркого желтого цвета
и васильковых цветочков украсили эту модель. Прямо запах весны и лета. Это у нас пахнущие красивые цветы. Здесь у нас идет рубашечный воротник, полные рабочие пуговички, боковые карманы. У модели есть резиночка, подчеркивает вашу талию. Также поясочком тоже можно подчеркнуть. Также паттерн рукава, вточной рукав. А изделие мягкое, приятное, нежное качество. Очень интересно сделано платье. Смотрите, здесь такой, благодаря полоске, очень стройник. Изделие у нас открывает колени даже на высокий рост. По спинке есть защит, удобные боковые карманы. Яркое, стильное платье. Смотри, какое интересное сочетание цветов. Удобные накладные карманы. Ткань у нас здесь штатный, воздушный. Рубашечный воротник, паты на рукавах. Рукав 3/4, рукав у нас вточной. А смотрите, какая интересная задумка. Вверх у нас идет небосвод, голубое небо с облаками. А внизу у нас цветущая поляна. Прямо пейзаж природы. Просто фантастика. Сочетание двух тканей. Жирное полотно и джинса. На планке железные пуговички, накладные карманы на груди. И на талии, смотрите, как интересно смотрится. Удобные паты. Такое интересное платье здесь у нас со спинки идет полукругом, удлиненное, придало красивый, во-первых, подол. Накат вот таких рисунков со стразами, полные рабочие пуговички, боковые карманы, легкое, мягкое, приятное качество, картон, хлопок, эластан. Хочу сказать, изделие из какой бы ткани не было, наше изделие, в белых расцветках не просвечивается. Так что такой нежный такой розовый цвет. Вточной рукав. Модель идет трапеция. Изделия у нас 2 штучки в серии. Единичка, двойка. А это у нас двоечка. Сверху идет вот такая вот клеточка. У нас балерушка-накидочка. А снизу у нас сарафан. Интересная клеточка у нас, ставочка на подоле украсила эту модель. Также есть шнурочки, можно придать необычную форму подола. Нежная сжаточка украсила эту ткань. Изделие у нас 3 штучки в серии L, XL, 2XL. Также видите, удобные боковые карманы. Модель идет трапеция. Легкая, удобная. Можно носить как и сарафанчик, можно и двоечкой с балерушкой. Здесь смотрится, как будто здесь у нас сарафан и футболочка. Но одно цельное платье. Здесь у нас идут поцелуйчики, плечики. Мягкая, приятная ткань штапеля, невесомая, легкая. Прямо штапель поплин. Также модель имеет расцветочку, боковые карманы. Подол идет трапеция. Изделия у нас 3 штучки в серии L, XL, 2XL. Вы можете подобрать романтичные образы. Легкие, воздушные, с объемным капюшоном. Смотрите, какая прелесть. Аттракционный рисунок. Еще стиль Пикассо. И есть внутреннее платье. Оно у нас из вискозы. Идеально подчеркивает ваш силуэт. Яркие образы у нас в магазине. Для вас, наши покупатели, на любой вкус, на любой цвет. Можно найти все, что душе угодно. А более полный ассортимент мы сделали для вас в телеграм-канале. Полный каталог продукции фирмы Darkman по этажам. Для более полной информации и вопросов пишите нам, пожалуйста,
в директ инстаграм профиля. Darkman Fashion и Darkwing Fashion. А также, уважаемые клиенты, кому удобно и приятно работать через видеозвонки, можете позвонить нам на WhatsApp, я продиктую телефоны, и можете сделать заказ для опта. 2090-532-068-1021, 2090-530-581-73-25. Звоните, мы покажем ассортимент, что вам понравится, мы товар соберем, где надо будет посоветуем, подскажем, вам будет очень приятно, желаем удачного выбора товара. Правильно вы говорите, успеваем сделать заказы. Завтра мы работаем полный рабочий день, послезавтра мы тоже работаем. Успейте сделать покупки, не забываем, что работать еще целое лето. Очень красивое сочетание этих платьев, модель представлена в нескольких лицах. Цветах здесь у нас идет на черном фоне вот такие вот зеленые сочные вставочки, были оранжевые, были красные, были и другие расцветки. Здесь у нас идет коттон хлопок, тоненькое, мягкое, приятное качество. Изделия две штучки в серии, единичка, двойка. Яркие аттракционные рисунки по ткани в виде принта добавляют загадочности его обладательницы. Легкие, воздушные, придадут вам настроение. Что немаловажно, наша продукция очень удобная, качественная, потому что у нас трудится более 25 модельеров. У этого платья качество вискоза, трикотаж с эластаном. Вот такой красивый черно-белый сарафанчик с рубашечным воротничком. Очень приятная моделечка, боковые карманы, имеет свой поясок, можно подчеркнуть свою талию. Это изделие можно носить как и платье, можно как и пыльник. Здесь у нас идет джинса Tencel с вот такими необычными квадратиками. Очень интересно скомбинировали ткань, да, Петр? Здесь у нас коттон хлопок и джинса Tencel, тоненькое качество. Летние. Модель представлена в двух расцветках. В серии у нас три штучки M, L, XL. Пожалуйста, услышьте меня, напишите нам в директ, потому как после закрытия прямого эфира я не вижу, кому писать. Будьте внимательнее, пожалуйста. Сочетание двух тканей. Здесь у нас идет тоненькая джинса Tencel и у нас идет штапель вискоза. Яркое сочетание этого платья. Здесь у нас идет сеточка. Она идет двойная у нас, не просвечивается, потому что снизу есть подкладочка. Мягкий, приятная сетка. Целостана. Под любой маникюр, под любую обувь, под любую сумочку. А с вами были мы, дружная компания Darkman. Для вас это был наш второй прямой эфир. Мы прерываемся на рекламную паузу. Запасайтесь кофе. Мы ждем ваших заказов. Не забывайте, что завтра мы работаем полный рабочий день. Эфиры мы сохраняем. А сейчас у нас рекламная пауза. Пока-пока.